Привет всем моим дорогим и любимым зрителям, родным и близким, и далеким, и подписчикам, и вообще всем-всем-всем хорошим людям. Дорогие мои, сегодня я вам уникальную покажу маску, которая мне очень понравилась. Вот, но пока мы ее будем делать, для этого нам понадобится 1 чайная ложка меда и рыбий жир, тоже чайная ложечка. Но куда же без рыбьего жира? Без омега-3 наше лицо без витамина D2 и А увядает. А это для увядающей кожи. Это маска также от пигментных пятен и морщин и от высыпаний. Вот эта масочка, это супер. А пока я так перемешиваю, а потом просто мы ее нанесем. Слушайте, я вам расскажу что-то. Я прочитала одну книжку про Элизабет Тейлор, как она познакомилась со своим четвертым мужем, Бартон. Бартон – это такой знаменитый голливудский актер. Они познакомились на съемках фильма, и он сказал, она такая королева, вся красивая, раскрасивая, и он ей говорит, да, у тебя мордашка милая, ну ты малость толстовата. Ну, она его подальше как бы послала, но он такой красавчик, ловелас был на тот момент. Потом они сидели вечером после съемок, и он ей, знаете, что сказал? Что он ей сказал? Вы упадете. Он сидит как бы не на нее смотрит, а смотрит в сторону и говорит, не волнуйся другу своему. А она рядом, представляете, она слышит. И он специально громко говорит, не волнуйся этому другу. Она такая черная, как пить, дать, бреется. Ну, вы себе представляете? Что было в итоге, вы потом узнаете. Короче говоря, он... Ну, молодец, она его так сделала, что он на ней женился. Женился, он на нее влюбился вообще по уши. Чтобы Бартона кто-то под венец повел, чтобы он с кем-то пошел, это просто... фантастика. Но Элизабет Тейлор, в общем, ему сделала все, что хотела. Посмотрите, почитайте об Элизабет Тейлор. Вам понравится. Красавица еще та, конечно. Красавица, раскрасавица. Ну вот и все. Собственно говоря, наша масочка готова. Вот такая консистенция. Видите? Сейчас мы ее нанесем. Только вокруг глаз не надо, я вас прошу. Вокруг глаз мы нанесем тоже рыбий жир с обыкновенным, самым обыкновенным оливковым маслом. Да-да-да, прям смешайте и пропитайте кожу вокруг глаз слегка. И все. И оставьте на 30 минут. Вот некоторые мне там как-то кто-то писал, что вы там в одной маске сказали, что 30 минут, это ж так долго. Да, 30 минут. Вот эту маску надо подержать 30 минут. А потом будете смывать сначала теплой водичкой, а потом будете смывать холодной водой. И будет супер. Кожа будет супер. Никаких высыпаний, ничего. Вот это вот нужно поделать, ну, наверное, недельку. Недельку, девочки, поделаем. Давайте насытим нашу кожу. Посмотрите, как она у вас на глазах будет просто расправляться. Все, где какие мелкие морщинки, они будут разглаживаться. Прыщики буквально на второй-третий день будут вообще исчезать. А краснота очень быстро уйдет сразу, в течение нескольких часов. Потому что вот этот мед, он за ночь действует. То есть, ну вот вы сейчас положили на 30 минут. Все равно вы смоете теплой водичкой, а все равно что-то останется. Сверху потом вы же еще на ночь кремом помажете. Вот, и утречком проснетесь, посмотрите, у вас ничего, красноты не будет. Следите за собой, следите за своими, за своей кожей, за своей красотой. И вы будете не хуже, чем Элизабет Тейлор. Я рада, если я вам чем-то помогла. Приходите ко мне в салон. Я имею в виду на Ютубе. И вы будете довольны. Я вас всех люблю, ваша Катя.